Есть проблема. Вопрос к господину Грефу. Автоматы по всему югу России практически не выдают чеки. А вот Юго-Западный банк, он, как правило, отказывается. Деньги будут очень долго. И вопрос у Грефа, почему нет чеков, как таковых, ясно. Ну, из банков в России, наверное, только единственный, кто экономит, это, наверное, Сбер на бумаге.